Спасибо девчонкам. Спасибо. Последний вопрос. Справа микрофон. Добрый день. Меня Максим зовут. Смотрю, сегодня такая футбольная тема. Хотелось как раз про футбол вопрос задать. Я болею за одну московскую команду под названием «Динамо». И просто все мои знакомые девушки знают, что я женюсь только, когда она станет чемпионом. И вопрос такой. Как вы думаете, я седым буду на свадьбе или нет? Повторите по возможности сжато вопрос. Сжато вопрос, что как вы думаете, я женюсь седым на свадьбе, когда московская «Динамо» выиграет чемпионат России по футболу? Главное вот, чтоб вот такой собачкой ты не был, понимаешь? Спасибо. Внимание. Еще раз вопрос. Вопрос такой, как вы думаете, вообще выиграет «Динамо» чемпионат России по футболу? Я сейчас все тебе объясню. «Динамо» выиграет чемпионат, когда они начнут выбирать нормальную тактику и нормально ставить опорников. Потому что опорники, они же должны идти просто вот волнорезами. Волнорезами. Все,